Я беру 2 спелых банана. Бананы порежу на кусочки. К бананам добавляю 2 яйца. И 1/4 часть чайной ложки соли. Эти ингредиенты я перебью блендером до однородного состояния. Получается пышная и очень ароматная масса. Дальше я добавляю сюда 1 стакан воды комнатной температуры. В стакане 250 мл. И снова все перемешаем или перебьем блендером, как вам удобнее. Следующий ингредиент — это мука. 250 граммов. Муку я просеиваю через сито. Эти ингредиенты снова взбиваем или перемешиваем. Дальше в тесто я добавлю 1 стакан молока комнатной температуры 250 мл и 2 столовых ложки растительного масла без запаха. И опять все перемешиваем. У нас получается такое вот жидкое тесто. Сахар в него, как видите, я не добавляю. По моему вкусу его достаточно от спелых бананов. Сковороду разогреваю на среднем огне. И смазываю растительным маслом. Жарятся такие блинчики быстро, просто. И имеют ярко выраженный, аппетитный банановый аромат. Эти блинчики получаются очень тонкие, нежные и в меру сладкие. Если вы тоже любите вкусные блинчики, попробуйте и такой вариант. Возможно, он станет вашим любимым рецептом. А также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях. Удачи вам, радости, здоровья! Мы с вами увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.